Семья Емельяненко уже второй раз участвует в соревнованиях. Считает, что это необходимо для поднятия духа и объединения. Семья сближается, сплочается, даже как-то, можно сказать, как такой семейный дух все-таки еще больше становится, эта атмосфера. Спортивный фестиваль проходит во всех школах. Этот проект приурочен к году семьи, нацелен на укрепление традиционных семейных ценностей, чтобы родители и дети почувствовали себя командой. Дети маленькие, как хорошо делали, как они переживали это. Взрослые, это понятно, что азарт. А дети, вот как они выкладывались, какие были эмоции у них. Спорт – это я, спорт – это мы, Дворецкий всегда впереди. В фойе школы проходит ярмарка с различными мастер-классами. Можно изготовить куклу масленицы. Юноши и пап привлекает разборка и сборка автомата. Для участников соревнований вкусные булочки и горячий чай. Также проходит акция «Напиши письмо солдату». Командный дух, сплочение и позитивное настроение. Этого было достаточно. Диплом первой степени вручили семье Емельяненко. После награждения состоялся традиционный концерт «Весеннее настроение», который собрал полный зал гостей. Мама!